Как достичь максимального лифтинг-эффекта у пациентов с деформационно-отечным морфотипом? Использовать нити Форте. Нити Форте – это цельнолитая нить и мощные фиксирующие зацепки, обеспечивающие надежное перемещение и длительную фиксацию даже самых тяжелых тканей. Перед вами две схемы сочетного применения – нити Форте и препарата Newly Killer Light. Newly Killer Light – это 1% ПДРН. Почему мы используем именно его в данной схеме? Потому что это универсальный реструктуризант. Он подготавливает кожу к имплантации нити. Именно поэтому мы начинаем имплантировать сначала ПДРН. Для этого мы используем канюлю 22/7 и вводим субдермально ПДРН Newly Killer Light. Распределяем его векторно из одной точки в коло. Почему мы его используем? Первое – это реструктуризирующий эффект. Это подготовка к имплантации нитей, это улучшение васкуляризации, это улучшение качества кожных покровов и, конечно же, это мощная стимуляция фибробласта, которая в дальнейшем даст нам лучшую фиксацию нити. Второй этап – это имплантация нити Форте. Мы делаем это из трех точек. Из каждой точки вколо мы имплантируем по две нити. Две нити на среднюю треть, две нити на нижнюю треть и две нити на субментальную область. Данная схема подходит для клиентов с неярко выраженными возрастными изменениями. Это могут быть более молодые клиенты, клиенты с низкими степенями птоза. Вторая схема, когда мы вводим каждую нить из отдельной точки вкола, идеально подходит для клиентов с тяжелыми лицами, с ярко выраженным птозом и с деформационно-отечным морфотипом. Сочетанное применение нитей Форте и препарата на основе ПДРН Newly Killer Light дает более яркий эффект и сокращает реабилитационный период.